Приветствую вас, дорогие друзья, это канал «Накачанные колеса». У нас сегодня очередная подделка. На этот раз это регулятор холостого хода производства «Калуга». Давайте детально рассмотрим оригинал и контрафакт для того, чтобы не купить в магазине очередную хрень. И научимся их отличать друг от друга. Поехали! Регуляторы холостого хода, именно регуляторы, а не датчики холостого хода, КЗТА Калужского завода, поставляется на конвейер АвтоВАЗа. Если купить новую привору, к примеру, вы можете увидеть, что такой регулятор стоит именно у вас. Ну и, соответственно, китайцы их очень часто подделывают. Сначала рассмотрим на примере подделки. Обратите внимание, как выглядит подделка. Во-первых, смущает ее дешевая цена – 350 рублей. Регулятор холостого хода не может стоить 350 рублей. Следующее. Обратите внимание, что изображение дросселя здесь очень крупное. На оригинале дроссель должен быть, изображение дросселя должно быть намного меньше. Далее, на коробке изображен значок Калужского завода. И на коробке, на подделке изображен. Но они отличаются друг от друга. Вот так вот. Обратите внимание, сам регулятор лежит в целлофановом пакете, в таком шуршащем запаянном пакете. Оригинальный калужский регулятор лежит в целлофановом пакете с застегнутым замочком. Не обращайте внимания на саму шляпку регулятора. Здесь у нас на образец оригинала с цифрой 0,4, на подделке цифра 0,2, там немножечко поменьше. Там конус вот такой маленький. Далее, достаем из упаковки инструкцию и начинаем читать. Видим, что изображен китайский шрифт, пляшущий шрифт, буквы больше-меньше, ошибки, серьезные грамматические ошибки, повторяющиеся буквы. То есть китайцы не понимают русского языка, они просто копируют текст как могут, и у них нету всех символов. Видно в конце схематическое изображение регулятора, там как будто ксерокопию сняли какую-то непонятную. Теперь смотрим на инструкцию оригинала. Все красиво видно. Схема регулятора, конечно, не супер качественная, но все равно видно ее. Вот так вот. Как я уже сказал, на подделке у нас регулятор с маленьким конусом, на оригинале у нас регулятор с большим конусом. Об этом я поговорю в следующем видео, я расскажу, чем они отличаются, но сейчас не об этом. На оригинале и на подделке есть наклейка с проверкой подлинности. Можно отправить смс с кодом, указанным здесь на упаковке. Стоимость смс рубль 77 копеек. Лишний раз не поленитесь, если вы видите, что регулятор стоит 350 рублей, возьмите да отправьте смс и проверьте прямо в магазине. Проверьте, подлинный ли это товар или нет. Такой регулятор должен стоить рублей 600-800 как минимум. Если он 0,02, если 0,4, то рублей 800. Так что не гонитесь за ценой, ребятки. Вот так, друзья, не гонитесь за дешевой ценой, иначе вы гарантированно попадете на подделку. Обращайте внимание на логотипы, на саму коробку, на то, как она упакована. Не дайте себя обмануть. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях под видео, если вы уже нарвались на подделку. Если у вас есть образцы каких-нибудь подделок, присылайте мне, мы их разберем в последующих видео. Всем пока!